Год назад умерла Валерия Ильинична Новодворская. Выходит ее трехтомник. Три больших тома с ее публицистикой, с совершенно уникальными документами, с семейными архивами. А она грандиозный публицист. Абсолютно герценовской силы тексты, феноменального образования, абсолютно уникального душевного склада. Чистейший человек. Если говорить о нравственности, замыленное, запиленное слово, но вот уж к кому оно имело прямое отношение к Новодворской. Она была трудным человеком. Рядом с ней было трудно, потому что невозможно было соответствовать ее уровню требовательности, ее максимализму. Мы усмехались иногда. Ну да, Лера, ну что возьмешь, святая, Жанна д'Арк. Мы же не можем отсчитывать себя от святых. Отсчитывать действительно не можем. Но вот ее нет рядом с нами. Остались ее тексты. Тексты, за которые она заплатила, в общем, своей жизнью. Своей уникальной, единственной жизнью. Купите этот трехтомник великого русского публициста Валерия Ильинична Новодворская.